Доброе утро. Здравствуйте. Какие самые дешевые цветы? Не подскажете? Так, ну у нас... Ага. Гвоздики, наверное, не рассматриваете? Нет. Розы есть? Ага. Так, 350. А вы знаете, вот кроме роз еще что-то. Вот я как-то брал такой, как эти, в виде репейника каких-то. Очень девушкам нравится, на самом деле. Ну, не репейники, это я так, я просто название не знаю. Ну, простые такие, вот. Типа таких, вот, да. Вот это вот, да. А, ну, это, конечно, не репейник, но это я так, знаете, не знаю. А сколько? Не, я сейчас брать не буду, хочу цену просто выяснить. 250. Угу. И, а вот так, вот эти, ну, тоже 280, да? Вот эти вот. Слева, ага. Все, я все понял. Спасибо. Слушайте, а сухие, если они добавляют, это неуместно будет? Добавляю. На всякий случай. Хорошо, все, спасибо большое. Да, до свидания. Здравствуйте. А вы не подскажете, сколько самая дешевая пицца будет стоить нам? А? Самая дешевая пицца, какая самый бюджетный вариант? У нас 710 она будет. Объем, ну, ага. Какой объем? Это будет... Маргарита. Маргарита, да? Ну, у нас пицца с 12 часов. С 12, да. Ну, я как бы не сейчас, я спрошу заранее, знаете. Вы же знаете цену. А, да нет, я понял, да, мы пиццу там еще закажем. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, а где лучше всего разместиться? Как вы считаете, там три человека будет? Три человека? Ребята заранее, знаете, подготовлены. Ну да, пока нет никого у вас. Скажите, а вот у окна по два места. У окна, да, там маленький стол, да. Ну, у окна, наверное, смысла нет, здравствуйте. Mm-hmm. Ага, хорошо. Скажите, а сколько время ожидания будет пиццы у меня? Ну, 10. А, да? Да, 10. Все, спасибо большое, ага. Все, всего доброго. Да. До свидания. Так, до скольки вы? А, до меня, да? А кухня во сколько закрывается? Мы до 12 работаем. А кухня? До 23-15. А, все понял. Все, спасибо, всего доброго.